Привет, друзья! Сейчас я покажу, как завести через биржу GMMT в кабинет деньги и купить пакет. В данном случае мы будем покупать на 5000 доброкоинов. Ну, на сегодняшний день это равно 7100 долларов. Человек мне перевел на карту Сбербанка. Я буду менять через обменники с Kiwi на Perfect Money, потому что сейчас можно пополнить только через Perfect Money. И погнали. Нажимаем пополнение кошелька. Пополнение кошелька Kiwi банковской карты без комиссии от 2000 рублей. Способ оплаты. Карта. Привязываем карту. Пишем 7000. Так, я напишу 5000, потому что у меня уже на кошельке есть 3000. Нажимаем оплатить 5000 рублей. Нам нужно ввести одноразовый код. Отправить. Пока наш Kiwi пополняется, заходим в мониторинг обменников. Все, платеж проведен. Ссылку на мониторинг обменников я вам оставлю под видео. Выбираем Kiwi Rub, выбираем Perfect Money USD. Выбираем обменник, смотрим лимиты, вот от 5000. Нам подходит. И обмениваем. Отдаете Kiwi рубли. Выбираем Perfect Money USD. Номер счета кошелька пишем. Мы отдаем такую сумму. Мне надо на Perfect 102 доллара. Пишем номер кошелька своего. Perfect. Номер счета Kiwi кошелька своего. И нажимаем обменять. Если ваш кошелек не имеет статуса полностью идентифицированный, то вы не сможете сделать один перевод за один раз более чем 15 тысяч рублей. Так, нажимаем далее. Свой email. Теперь читайте. Для проведения обмена необходимо зачисление оговоренной суммы на кошелек в полном объеме. Применяемые системой Kiwi комиссии к вашему кошельку не учитываются. И полностью до копеек переводим вот эту сумму. От 3 до 30 минут. Значит, копируем вот этот вот кошелек. Нажимаем переводы. На номер кошелька перевести. Комментарий к переводу я напишу. Обмен на Perfect. Выбираем рубли, пишем сумму вот эту до копеек. Оплатить, подтвердить. Придет сейчас смс-ка. Платеж проведен. Так, и заходим в свой Perfect Money и смотрим. Ждем от 3 до 30 минут. Вот здесь должно появиться еще 101 доллар. Прошло 3 минутки. 108 долларов у меня появилось. Теперь мы заходим на биржу. Я сразу открываю в приватном окне, потому что биржа иногда мутно крутит. Грузится. Пишем логин, пароль. Вот мы на бирже. Авторизовались. Нажимаем плюсик. Вводим сюда 100 долларов. Выбираем платежную систему Perfect USD. Подать заявку. Пополнить баланс. Сделать платеж. Здесь ID пользователя, пароль, число с картинки и посмотреть платеж нажимаем. Нажимаем подтверждение платежа. Нажимаем продолжить. Все, у нас есть 100 долларов. Теперь покупаем доброкоины. Перезагружаем страничку, чтобы вот этого мутного не было. Не знаю, вот у меня так, у кого-то может не мутно, у меня вот так вот. Выбираем пару доброкоин USD. Сейчас он равен 0.02, последний денечек. Пишем тут 5000 доброкоинов, равно 100 долларов. Купить ДБР. Сделка зарегистрирована.
Уже сразу мы видим, что неактивных у нас 5000 доброкоинов. Нажимаем минус. Выводим на кабинет Матрикс. Вот Матрикс. Потому что на инвест вы видите и только в пятницу сможете купить пакет. Выбираем инактив, потому что они неактивные. Жмем перевести. Все, перевод успешно выполнен. Заходим теперь в свой кабинет. Открываем Матрикс, потому что у меня эти 5000 доброкоинов на Матриксе. Сейчас я буду переводить человеку, а он уже купит за них пакет. Потому что человек новенький, он еще не знает, как покупать. А я ускоряю процесс. Вот они 5000. Переводим их человеку. Нажимаем финансы, перевод средств. И пишем здесь его логин. Пишем здесь 5000. Выбираем инактив. На неактивный можно только пакеты покупать. Вывести их нельзя. Вводим свой пин-код. И жмем перевести. Перевод успешно выполнен. Вот и все.